Я не знаю будущего. Я не стану предсказывать, чем все кончится. Я скажу лишь, с чего начнется. Сейчас я повешу трубку. И потом покажу людям то, что вы хотели скрыть. Покажу им мир без вас. Мир без диктата и запретов. Мир без границ. Мир, где возможно все. Что будет дальше, решать нам. Вятский государственный университет. Правком студентов ВятГУ представляет проект «Сессия перезагрузка». Всем привет, с вами Первое студенческое телевидение. И сегодня у нас спецвыпуск. Активисты-первокурсники участвовали в новом проекте «Сессия перезагрузка». Итак, начнем. Мы находимся на проекте «Сессия перезагрузка». Здесь сегодня с нами только самые лучшие первокурсники. Посмотрим, что же их ждет. Мы рады приветствовать вас на нашей школе актива для первокурсников «Сессия перезагрузка». Ура! Ура! То есть сейчас разделяемся по отрядам. Я представляю вам вашего куратора, и вы с ним отходите в другую сторону. Но куратор первой группы — Люба. Встречаем. Ее еще, ее давайте еще. Помахаем ручкой. Четко. Ладно, все помахаем. Кого вы сегодня ждете? Мега позитива. Улыбок. И сдать сессию на отлично. Да. Завесу тайны чуть-чуть приоткрыли организаторы проекта. Итак, дорогие студенты, еще раз вас приветствуем на нашем мероприятии «Сессия перезагрузка». У вас будет сегодня 6 пар, в перерыве будет обед, поездка на автобусе в 9 корпус, далее будет у вас физкультура, будет зачетная неделя, аттестационная неделя. Будет экзамен, то есть все как в настоящей жизни. Организаторы как бы говорят, что типа вы спать сегодня не будете, вас ожидает бурный день, так активный очень, но вообще все клево. Я захожу к себе в комнату, включаю ванный свет, и у меня лампочка перегорела. Сегодня условно посвящение в студенты, повторное мероприятие называется так, поскольку мы фактически готовим кадровый резерв, собственный студенческий актив, который будет воплощать все новые идеи, в том числе студенческого самоуправления в университете. Поэтому мы их вот сегодня, некий такой тренинг команды образования, будем проводить, с ними работать. Сегодняшнее мероприятие, оно не просто для первокурсников, оно для нас всех. Потому что за счет вот таких выездов мы все становимся одним единым дружным коллективом, и ребята сплощаются, мы узнаем их, и мы понимаем, что в наш вуз приходят новые, свежие, очень интересные и хорошие кадры. Поэтому я очень рад, что сегодня у нас был полный список участников, и на собрание тоже пришла куча народа. Я рад, что все так, как есть. О том, как прошли конкурсы, расскажет Павел Мотовилов. Павел? Ирина? Итак, нереальное количество пар, поездка в переполненном автобусе со злым кондуктором, ну и, конечно же, долгожданный обед. Все это испытали участники проекта в первый же день. Давайте посмотрим. Голову ударился, а так все. Смотри. Это морж. Вот это сейчас это морж исследователь. Давай, давай, говори. Вот у него клыки. Раз клык, два клык. Он рисует свою карту, он первооткрыватель. Вот и интеллигентский шарфик, он же на севере.
проводим очень здорово, все очень нравится. Ребята постарались, организовали этот день. Очень хорошо, молодцы, вообще клево все. Мой конкурс направлен на то, чтобы ребята научились понимать друг друга жестами, взглядами. И самое главное, без слов. Это сделано для сплочения коллектива. Суть конкурса в том, что ребята изображают конвейер, то есть вся команда конвейер, и по одному человеку по очереди это деталь, которая ходит по конвейеру. То есть нужно каждого участника конкурса передать по конвейеру вот так, с начала до конца. Поехали! Потихонечку! Ехали чуть-чуть! Да самый шлюз! Котика не задавите! Мои пятки хороши, а у нас победа! За пятки взяли все! Автобус не есть, пока не взяли! Какие носы там у всех! Ееее, это моя тачка! Даже корреспондентов первого студенческого телевидения Профком умудрился заставить провести их конкурсы. Я, конечно, испытал огромный шок, но рад так же, как и все. Все нормально. В конце дня первокурсники подготовили праздничный концерт, на котором каждая группа проявила свои творческие способности. Сегодня в один день сдали 5 экзаменов. Если было бы в реале, увезли бы в Ганино.